Кормила курей перцем, с кашей перемешала, с пшенкой. Теперь буду ждать результат. Может, начнут и нестись, яйца нести. Может, начнут. Яшка спрятался. Спрятался. Лежит между перцами и баклажанами. Отдыхает в тенечке. А это наш чеснок. Наш чеснок. Урожай. Ну, там еще надо выкапывать. Смотрите, как он крупный. Вообще, обалдеть, какой крупный чесночок. Ну, какие головки. Первый раз такой вижу большой чеснок. Первый раз такой встречаю огромный. Обалдеть. Сейчас буду заготовки делать. Вчера уборками занималась, генералила, отдыхала от заготовок. Сегодня буду делать. Сейчас сорвала баклажанчики, перчик, помидорки. Буду делать вкусную закусочку на зиму. Так что, кто любит закусить, пожалуйста, записывайте рецепт. Точно. Сейчас Баршинского наварю. Мясо уже закипает. Пеночку надо снять. Помою баклажаны, помидоры, перец. Сейчас еще надо лук достать. Все порежу. И сделаю вкусную закусон. Вкусный закусон. Овощная закуска на зиму с баклажанами. Получается вообще обалденная штука. Володя чистит. О, какой он, Ага. смотрите. Вот. Какой он огромный. Он какой зубочек. Обалдеть можно. Классный. Я говорю, первый раз вижу такой И чеснок. хороший чеснок, кстати, такой и не сильно горький, и душистый, вкусный, хороший. Ты уже попробовал? Ну, конечно. Уже не удержался? Ну, а как же? Говорит сегодня с борщичком. Ну, обязательно. Вот уже жалею, что, конечно, мало его посадила. Но это на соседка угостила. Ну вот по весне ж показывали, Но... как мы его садили. Там еще кто-то говорил, ой-ё, ну посадили там два рядка. Ё-моё. Так первый раз. Ну Чего ж правильно, там? ну в этом году уже попробовали. Теперь зато уже будем знать, Ну, что у нас хорошо растет. Да у нас, в принципе, все растет и хорошо. сколько надо садить. Сегодня мы Ну. арбуз сорвем. Сейчас девчонки приедут. Сорвем арбуз. Попробуем. Может, не сегодня, завтра. Нет, сегодня сорвем. Завтра. Сегодня. Охота уже попробовать, какой он у нас получился. Вот, главное, чтобы это, а то обидно будет, если раз, а он этот зеленый. Да вроде не должен быть зеленый. Так не должен. Хотя, когда я садила это, брала эти арбузы, мне сказали, что они небольшие. Он вроде какой вырос арбуз огромный. Лена, видать, земля жирная. Ей сколько лет никто не пользовался. Ну, Ну, может быть, да. поэтому Может это вот, быть. видишь, у нас и перец, он как дерево вымахал. Хоть на него залази. Ботва здоровая, а перца толком нету. Сосед смотрит через забор и говорит, Володь, а что у вас там за такие цветы растут? Володя говорит, где цветы? Он, ну, вон, говорит, возле дерева, возле забора. Баклажановые. Он говорит, ничего, говорит, себе. Земля, говорит, наверное, жирная. Вымахали, как деревья. Жирная, конечно, жирная. Что перец, что это. Зато там перец не такой это высокий, сладкий. Ну, видишь, еще же зависит от этого. От сорта. Тоже как бы это, тоже. Ну, я не думаю, что этот горький перец с такими должен деревьями это расти. Ну, это понятно, что жирная Это земля. все-таки земля, да. Ясное дело. Что, все, хватит? Хватит, хватит, хватит. Куда? Конечно, хватит, что останется. Все.
А это вот выкидываем. Ну, а это я уберу, пусть подсохнет немножко. А это сейчас подсохнет, да-да-да. Я потом его в холодильник уберу. Да не зачем его в холодильник? Не надо. Какой чеснок вообще обалденнейший. Холодильник просто. Не надо его, пускай он где-нибудь это положить в углу. Четыре зубчика чеснока. Да. Вот такая головка. Он какой огромный. Чумачечный. Что перчик? Да и перец-то, в принципе, неплохой. Нет, только, перец хороший, рясный. Только что он, видишь, только что высокий будет. Такой. Нет, то что это самое, он должен был быть ниже. Зато много перца. Ну, на кустах много перца. Ну, он а тоже Кирюшке много. Говорит, мама говорит тебе, если что, пару баночек Горького закрой. Яша. Яша наш. Спрашивали, где наш Яша? Вот наш Яша. О, лежит. Балдеет. Балдеет наш Яша. Ну-ка, позируй. Голос. 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 Скажи, прицепили. Опять скажи, девочки будут говорить, что собачку прицепили. Скажи, меня если не прицеплять, потом майками ловить будете. Да? Это мой хороший. Ай ты мой хороший, ай ты мой хороший. Да, крыльцо надежно охраняет, молодец. Да, молодец, молодец. И на огород с ним пойдешь, он кого-то соседей увидит, сразу лает. Хороший звоночек. Звоночек наш, звоночек. Борщ я наварила. Вкусняшка получилась. Сейчас буду мужа кормить. Все, овощи все подготовила. Все сделала. Только единственное, мне сюда чеснок не надо будет. А мужа положу немножко. Посмотрю. Сейчас Володю покормлю обедом. И займусь заготовками. Ты моя умница. Мама. Конечно. Мяско. Володя свою пайку отдал. Мяско. Молодец, молодец. А, хитрый какой. Какой хитрый, а? Это ж надо, хитер-бобер. Это ради, ж надо. Ради мяса не станешь хитрым. Конечно. Ой-ой. Вот хитер, вот хитер. И не отходит, сидит, ждет. Еще ждет. Нету больше. Тут уже хорошо чего? Поел. Свою пайку съел. Шерри, Шерри. Девочка, где ты? В домике нет. Отпустили, бегает. Бегает. Где-то здесь бегает. Шерри? Где она? Где-то спряталась. Шерри, 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 где-то бегает, под диваном где-то, под диваном бегает. Шерри, девочка, где ты? Спряталась, не хочет вылазить. Ладно, потом ее покажу, попозже. Ладно, мои хорошие, буду закругляться. Сейчас заготовочками буду заниматься и ждать девчонок. Скоро уже подъедут. Всем спасибо за внимание. Люблю вас. Удачи вам. Пока-пока. Приехали, приехали. Пипец, смотри, вся мокрая. В троллейбусе. Устали, как устали. Невыносимо. Ой, какая у него футболка красивая. Ой, и что там, машина. Машина там.